сьогодні покінчив адміністр видав. 8000 задати тебе на раз. 8000? Ну, Сидоров, твоя ставка, ну, 2! 8000, Сидоров, ну что ж ты молчишь? Твой последний шанс! 10! 10! 10 тысяч! 10 тысяч, Сидоров, раз! 10 тысяч, Сидоров, 2! Сидоров, 2 тебе! Потому что высота Эвереста 8848 метров. Сидоров, иди, ты не умеешь. В средние века тоже были гопники. Давайте посмотрим. Средневековый гопник. Эй, горожанин, есть индульгенция? Да нету. А если найду? Да нет у меня индульгенции. Да слышь, да, я попозже все отдам. Папа, я клянусь. Да, я сейчас инквизицию позову. Инквизиция! Инквизиция! Франциск, что здесь происходит? Вот! Так, пройдем теплый костер, там и разберемся. Здравствуйте, дамы и господа, а мы находимся на чемпионате мира по прыжкам в воду. Я стою у кромки бассейна, куда только что совершил прыжок наш спортсмен Сергей. А вот он выходит из чаши. Сергей, пожалуйста, прокомментируйте свой прыжок. Ну, неплохой был прыжок. Немного раскрылся при входе, но брызг вроде не было. Что неудивительно, ведь в бассейне не было воды. Как не было? Сергей, пожалуйста, вставайте. Сергей, вы в порядке? Поднимаемся. Сережа, вас вызывают на вторую попытку. Суровые тевтонские миниатюры. Итак, суровая миниатюра. Взрыв на немецкой динамитной фабрике. Ух ты, вот это шандарахнуло. Я чуть сосиской не подавился. Все живые? Да, вроде все. А где Ганс? Ганс? Да он везде! Футболисты тоже очень суровые ребята. Итак, в раздевалке футбольного клуба. Михалыч, нам надо с тобой поговорить. В последнее время ты мне даешь мало пасов, хотя раньше давал намного больше. Да что ты придумываешь? Я тебе так же, как обычно, пасую. Придумываю, да? То есть ты никому не пасуешь на стороне? Конечно нет, я постоянно пасую только тебе. А этот новый нападающий, Лусио, в глаза мне смотри. Я видел, как ты на него на тренировке пялился. Ну что ты придумываешь, да? Ни на кого я не пялюсь на тренировке, как дурак, он постоянно с тобой тренируется. Придумываю, да? А полузащитник Федя? Мне говорили, ты с ним в одном клубе до меня играл. Ну скажи, какой он в игре, а? Крепче меня в стенке стоит. Каков он в подкатах, а? Ну чем ты придумываешь, что у нас с ним пару лет назад было 2-3 голевых момента и все. Я не могу себе поверить. И ты мне это говоришь, ты, кому я подарил все свои лучшие годы, ты, кому я подбегал отпраздновать первым твой же гол. Признайся, ты не любишь со мной играть. Не любишь! Да! Да! Мне надоели твои однообразные финты, твои офсайды в самый ненужный момент. Я скажу тебе даже больше. Тренер и родители подозревали, но я скрывал это за всех. Лусио помог мне раскрыть мой новый талант. Я не защитник, я вратарь! Да, я не могу поверить! Все это время я играл с вратарем! Да, более того, я уже стоял на воротах, и Лусио даже забил мне с пенальти! А, я не хочу это слышать! Интервью на работу – суровое испытание, не для слабонервных. А интервью на работу 300 лет назад выглядело примерно так.
Примите ваше заявление на позицию крепостного. Я понимаю, вы подавали заявление к другому барину, но что поделать, вашего почтового голубя устрелили над нашими владениями. Итак, приступим. А как платить барщику, знаете? Собирать оброк? А присмыкаться перед барином? В смысле раболепствовать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не перепутайте, две совершенно разные вещи. Итак, медицинское состояние. А работать в три погибели можете? В дождь, в сной, в град? Кроме гололёда. Это нормально. Так, что у нас еще? А питьё оглоблями нормально переносите? Да. Отлично. Может быть, у вас тоже есть какие-то вопросы? Да. Зачем мне это все надо? Ну вы, главное, не расстраивайтесь. Первые 20 лет будет тяжело, а потом мы вас превратим. Ура! За работу! Халло! При всей нашей суровой суровости мы лютые поборники чистоты и нравственности. Поэтому следующую миниатюру мы откроем ширмой. Итак, случай на съемках немецкого порно. Я режиссер. Так, ну что ты делаешь? Ну что ты куда-то творишь? Ну поверни ее! Ну поверни ее еще чуть-чуть! Ну разверни ее! Ну секунду, проглянись назад! Не видно же ничего! Ну подожди! Ну куда? Стоп! 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 Мой мозг этого не выдержит. Так, ты можешь сделать? Вот так, вот так, вот так, вот так, вот сюда, 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 еще, 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 вот так, вот так, вот так. Ну все надо делать самому, да? Рекламная пауза! Тетя Наташ! Тетя Наташ! А Света выйдет? Нет. А вечером выйдет? Нет. Ну а завтра она выйдет? И завтра она не выйдет. Почему? Мальчик, это женская тюрьма. Исправительно трудовая колония номер 18. Теперь из женской блока. А для следующего номера нам опять понадобится закрыть сцену ширмой, потому что мы вам будем показывать, как муж помогает жене парковать машину. Ну поверни ее! Ну поверни еще чуть-чуть! Ну разверни ты ее! Куда ты? Ну повернись назад! Ну не видно же ничего! Так, ну что, мне самому подойти? Так, подожди! Стоп, 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 стоп! Ну мой мозг этого не выдержит. Смотри, давай я тебе помогу, смотри. Вот так, вот так, вот так, вот так. Еще, 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 еще. Вот так, вот так, вот так, вот так. Опа, 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 опа. Ну все надо делать самому. Все нам знакома ситуация, когда вот вы проверяете мобильник, а там какой-то пропущенный звонок, и номер такой высветился, но он неизвестный, да? И вот все так ложат любопытство, вот хочется перезвонить, спросить, вот ты чего хотел? Вот представьте, вот я девушка, и я вот в такой ситуации. Алло, здрасте, вы мне звонили? Да. И что сказали? Ничего. А почему? Потому что мне никто не открыл. Не открыл что? Дверь? Дверь. Дверь? Да. Дверь? Да. Дверь? Да. Дверь, дверь? Да, да. Вы не находите этот диалог бессмысленным? Да. Вы говорите что-нибудь, кроме «да». Да. Окей, а эмоции у вас бывают какие-нибудь? Да. Иногда мне бывает весело. О, как сейчас? Ну, а сейчас мне грустно. Ну, хоть какие-то эмоции у вас. Да, ты меня расстроила. Теперь мне грустно. Довольно, тварь? Дверь? Тварь. Дверь? Тварь. Я не тварь! Я молодая, порядочная, красивая девушка! А почему голос, как у старого, страшного, беспорядочного мужчины? Я порежу трубку. Повесь себя, не трожь трубку. Тварь! Дверь. Тварь! Дверь. А вы зачем мне звонили вообще? Я просто номером ошибся. Ну тогда приятного вам вечера. И вам не хворать.
Тварь! Еще раз давайте поаплодируем нашему звукачу Диме, который сейчас сможет шарфандеру! Дима, счастливо! Спасибо, Дима. Ладно, едем дальше. Суровая тренировка суровой сборной России по футболу. Я тренер. Ты что ты делаешь? Что вы творите вообще? Это что такое? Это какие финты? Это какие-то подкаты? Да нам с Испанией играть скоро. Да ты что творишь? С глазку моей-то не видели, господи, сборная России по футболу. Ай, если бы я не был Гусом Хидингом и мир не заплатили 100 миллионов долларов, как вам вообще? Стоп! Ну мой мозг этого не выдержит. Ты можешь сделать? Вот так, еще. Тем, кто помнит суровые будни жизни в коммунальной квартире, посвящается. Петров! Ты можешь заткнуться, уже третий час орешь! Тварь! Ты что, не видишь, артист готовится к концерту? Да какой ты артист? Ты слесарь на заводе! Да, но это не мое призвание! Конечно, не твое, тогда бы всех пальцев на руках хватало! Ты не понимаешь! Сегодня важный концерт на заводе! Придут все, абсолютно все! Бухгалтер Мария Ивановна, Старпом, начальник физрук Белочка. Белочка тоже придет, и будет вселенское счастье. Твоя дурацкая самодеятельность всех задолбала. Из-за вас у нас две квартиры из 10 только заселены, в остальных соседи повесились. Твой сын, жалкий актеришка, бездарный, задолбал уже своими трагикомедиями. О боже мой, отец! Что молвит сей безумец? Поистину или завистью к тарту моему он ослеплен? Такие вещи он, не думая, бросает. Как щемит грудь! Как сильно бьется сердце! И вина заслала мне глаза! Спасибо! Итак, от высокого искусства перейдем к искусству пониже. Итак, представьте, жук-навозник тащит кучу, сами понимаете, чего. Сегодня опять был не тот день, когда я горжусь собой. К
сожалению, мои товарищи пили пиво, а шелуху беспечно сплевывали прямо на холодную заснеженную землю. Потом я крикнул: «Пацаны, ваши ребята!» Как мне стыдно за свои режущие слова грамматику и скудную обсценную лексику. Но по-другому нельзя, ведь я не хочу, чтобы все видели, как пространно рефлексирует тот, кто гордо идет по жизни с барсеткой. До завтра, дорогой дневник. Эй, пацанчик, сюда иди! Как истинные немцы, мы скачем галопом по Европам. Итак, наша следующая миниатюра будет про Дарта Вейдера. Когда Дарт Вейдер был маленький, он тоже ходил в детский сад, и у него тоже была воспитательница. Давайте посмотрим. Дартик! Дартик, ты почему не спишь? Все детки должны спать. Сейчас тихий час. Ты сидишь... Жвачка не подавилась. Ах ты мой спаситель! Спасибо тебе, Дартик! Муа! Пойдем я тебя тортиком угощу. И закончить бы мы хотели случаем в немецком офисе. Спасибо вам.